Надеюсь, это водный энергетический цех. Предыдущие 6 заведений до сих пор вопят из-за сломанного пола. Ух, тоже мне нытики. Да, здесь босс разживется дармовой водичкой для осуществления своего нового плана. Герой на сцене. Мои глаза! Все стало черно вдруг! Наш лучший выход на данный момент. Держи морды, не пройдут! Боже правый, всепожирающее пламя! Я наступаю тебе на пятки! Боль-боль-боль, помыться не забудь! Рекордное время. Хвосты накрутили, чумазой допустили и обед не пропустили. Отлично! Итальянская кухня. Слишком изысканно, на мой вкус, Винченцо. Лучше старые добрые хот-доги с шипучкой. А я предпочитаю китайскую кухню и сделаю из вас чоу-мейн. Кажется, с обедом придется подождать. Мыши-байкеры с Марса. Циклотавры. Автор сценария Шон Дерек. Продюсеры Боб Хэтчкок, Том Татаранович. Режиссер Ричард Трублад. Я сделаю из вас мышей-терияки! Комедиант. Ему бы в Вегасе играть. Типичный Брэд Гарретт. Может, подыграем ему? Чтобы на него слава обрушилась. Кажется, у него головокружение от успеха. Ну что, теперь хот-доги от Хауи? Или танцы на крыше пиццерии Винченцо? Чего? Да пошутил я. Шутка. Братья. Братья! Но, мистер Лимбургер, не виноваты мы. На колесах этим мышам нет равных, вы ж сами все знаете. Я должен избавиться от этих шелудивых шавок до открытия нового аквапарка. А вам-то что, если мыши промокнут, лишь бы за вход заплатили? Дубина ты стаиросовая. Аквапарк лишь прикрытие, он восстал, как феникс из пепла сырного ленда. Он идеально замаскирует машину по производству кислотного дождя, для которой нужны тонны воды. Лучшего предлога, чем аквапарк, чтобы выкачать из города всю жидкость, не вызывая лишних вопросов, не найти. Конечно, я был бы только рад украсть ее, избежав ненужных формальностей, но нет. Чтобы защитить башню от кислотного дождя, я накрою ее тентом под предлогом травли грызунов. Какая восхитительная ирония! Ну ты же полный дебил, зачем я тебе все это рассказываю? Я и сам хотел вас об этом спросить. Ваше жирное величие, я как раз собирался опробовать свой кислотный раствор. А ты уверен, что не навредит плоти? Я не хочу, чтобы мои наемники преждевременно не растворились. Не беспокойтесь, позвольте продемонстрировать. На меня! Лей на меня! Во имя науки! Давай! Я таю, таю, какое счастье! Судя по всему, формула все еще нуждается в доработочке. Чуть-чуть. И чем не менее прелестно. Как только кислота превратит весь муниципальный металл в пюре, я с готовностью предоставлю городу свои уборочные машины, чтобы убрать с его улиц на Плутарке. Да, идеальный план. Если бы только не эти проклятые мышебайкеры. Мои наемные головорезы столь убоги, что им нипочем не помешать грызунам расстроить мои планы. Ну почему никто в столь обширной галактике не может превзойти мышей-байкеров? Ну почему? Еще две капельки кислоты.
Позвольте одно смелое предложение, ваша имперская маслянистость. Если нельзя нанять хороших бакеров, надо сделать их самим. Мой дорогой доктор! Не имею ни малейшего представления, о чем это вы. Приходите на торжественное открытие самого мокрого и скользкого аквапарка. В эту пятницу на месте исторического сырного ленда. Сырный ленд? Это же тематический парк «Вонь рыбы». Разве мы не затопили ту забегаловку лавой? Надеюсь, что-то мы точно затопили. Погодите, Лимбургер открывает аквапарк. А чумозоид возился с водопроводом. Знаете, братья, мне неожиданно захотелось окунуться. Слушайте, братья, мне показалось, или этот чумазый переросток действительно совершил ограбление прямо у нас, перед носом? Но вы же понимаете, что это ловушка. Да, конечно. Определенно. А чего мы ждем? Да. Да вот и мышки. Прелестно. Похоже, этот жирный кот решил показать коготки. Осторожно, братья! Шипы очень острые! Не выходит. Видимо, плутаркианская стеклосталь. Вот блин, царапина! Царапина на моем безупречном теле! Мой байк! Мой байк! Порезали! Режим защиты 32F. Я ему голову откручу. Я первый. Одно дело меня задеть, но байк я в обиду не дам. Поздно, братья. Птичка успела упорхнуть. Прощайте, мышата! Меня не покидает чувство, что нас использовали, но как и для чего? Не знаю, но для начала нам надо обработать раны. Блин, если что, останется, я из Лимбургера жульен сделаю. Вот видите, ваша гротескная грозность, мой план осуществился. Именно то, что доктор прописал. И это твой план? Слегка их поцарапать? Дальше что? Позвоним в дверь и убежим? О нет, ваша деликатная душистость. Сначала я извлеку живые клетки из шерсти мышей, соединю их с молекулами мотоциклетного металла, а затем смешаю все это с обрезками своих собственных грязных ногтей, и тогда... Вуаля! Самые зловещие мотоциклисты во вселенной готовы. Живые, дышащие крыса-циклокентавры. Но можете звать их просто циклотаврами. Доктор, мы готовы превратить ветреный город в кислотные акры? Полностью. Испарение фонтанов сформирует облака, которые затем обрушатся на дренажную систему Чикаго ядовитым потоком. Ваша зловонность! Тогда приступим. Я даже позволю себе изобразить танцующего под кислотным дождем. О, Лоренс, ты легок, как перышко. Вовремя, братья, он только начал петь. Так, так, так. А вот и наши вредоносные друзья-грызуны. Приветствую вас в самом скользком и заплесневелом парке на Земле. Хорош болтать, щекастый. Выкладывай, какую пакость ты на сей раз затеял. Джентльмены, вы меня обижаете. Мой новый аквапарк создан исключительно для того, чтобы здесь можно было отдохнуть всей семьей, и душой, и телом. Османды тоже для этого, но я бы к ним спиной не повернулся. Так что мы тут сами осмотримся, если ты не против, конечно. Ради бога. Более того, я даже предоставлю вам собственных персональных гидов.
существует. Кто это? Что это? И почему их выход обставлен круче нашего? Джентльмены, с великой радостью и апломбом представляю вам циклотавра. Кажется, эти парни не стремятся стать нашими лучшими друзьями. Жмите! Покажем этим клоунам кое-что из наших прибамбасов. Мама, похоже, они купили пакет Deluxe. Тройной реактивный раскол. Вот как это делается, байкеры-любители. Неплохо для дилетантов. Мало того, они еще и крысы к тому же. И стреляют недурственно. Защита 1, 26, 52D. На хвосте решил у меня повисеть. Да я тебя смахну одним. У меня таких трюков еще полна коробочка. Я уже привыкаю к этому. Не думал, что до этого дойдет, но лучше отступить и все обдумать. Ну уж нет, эта мышь никогда не побежит от драки. А где тут выход? Оторвались! Как они это делают? С телепортацией, что ли? Как сказал бы Эйнштейн, валим отсюда. Мышки убегают. Да. Я счастлив, что шоу тебе понравилось, мальчик мой. Теперь, когда мне служат циклотавры, ты и все остальные ни на что не годные наемники, как бы это помягче сказать, уволены. Ну что ж, значит, можно и в правительство баллотироваться, как мама хотела. Эти мотоманьяки прилипли как банные листы. Ненадолго. А, банные листы. Скажи это, мода. Ой, мама. Вот, блин. Вираж и крен. Посмотреть бы, как они оттуда живыми выйдут. Шутка, я пошутил. И что, ничем не остановить? Так, братья, врубаем рок. Вот, блин, байки взрывом покорежило. Прячься! Ну вот это уже полный облом. Никогда не видел, чтобы так ездили. Они настолько хороши? Высший класс. Вы же не думаете, что они... Лучше нас? Нет, не может быть. Нет, ну... Нет, ну да. Но... Гром среди ясного неба? Смотрите. Похоже на какую-то кислоту. Она разъедает металл. Кислотный дождь. Так вот, что затеял жирный Боров. На плоть вроде не действует. Но мотоциклы лучше защитить броней из фибростекла, а то вам верхом на своих героических хвостах ездить придется. Где вы раньше работали, мистер Чумазоид? Да, мистер Лимбургера, я пахал на Скелетора, а потом на классного парня по имени Мозголом. После этого я какое-то время был боксерской грушей, а потом менял щенкам подгузники. Понятно. Какие имеете навыки? Избиение младенцев там, как считается? Только если вам за это платили. Видите ли, это, кстати, очень интересный вопрос. Босс, мне никогда... Ну, чек вечно терялся на почте, а я все ждал, ждал. И работал на босса. Какая едкая морось.
Она сжирает весь металл в Чикаго. Жмите, братья. Еще немного, и весь город растворится. Должен быть способ как-то избавиться от циклотавров. Мы столкнулись с новым явлением. Раньше куча нас никто не ездил. Я слышал о единении с мотоциклом, но эти уроды воспринимают его просто буквально. Винсент, ты гений. В этом наше преимущество. Мы можем отделиться от байков. Что? Точно, я понял. Быть в двух местах сразу. Да, ведь мы можем слезть с мотоциклов, а эти крысы нет. Врубаем рок! Энграф! Лимбургер несправедлив к бандитам! Лимбургер несправедлив к бандитам! Вали мышей! Погодите, мы здесь больше не работаем! Да черт бы с ними! Так, головорезы, давайте все сначала! Ай-яй-яй, мы сердиты! Видите ту дырку в куполе? Спарим, кислотный дождь идет из фонтана. Нет проблем. Давайте его взорвем. Мои дорогие циклотавры, кажется, у нас незваные гости. Разотрите их в порошок, пожалуйста. А я иду обедать. Не скучайте. Вот и крысиное отродье. Давайте дадим им повод повыть на луну. Совсем забыл тебя предупредить. Низкий мост. Давай пустим твоего железного коня в галоп по кругу. Классный удар. Крысиный шар в угловую лозу. Отлично! Врубаем рок и сальто назад! Привет! Ты тоже не любишь, когда тебе на голову сваливаются? Счастливо! Ошибка природы! Давайте, недоделанные мутанты, деритесь, порвите их, уничтожьте! Нет, не советую делать этого, друзья. Вы же не хотите, чтобы редкие животные... Вымерли, крысус избитус. Верните сейчас же, подлые трусы! Огоньком угостить? Лимбургер, не спалим бандитам! Лимбургер, импичмент! Что вы тут разлеглись, увольни неповоротливые? Хватайте мерзавцев! Гос, вы же нас турнули, забыли, что ли? А теперь это беру обратно. Шевелитесь! Как скажете, босс, но сначала надо обсудить премиальные, пенсионные льготы, день всех дураков и... Не пора ли осушить этот вонючий пруд? Три удара по фонтану! Для тех, у кого остались зубы, и личного стоматолога, и... На волне по городу серфинг наш конёк. Это определенно наш лучший выход. Пора и честь знать. Врубаем рок. Эндрёв! Если не ошибаюсь, Шер набирает танцовщиков. Не пойдет. А пиццу за 30 минут доставить сможете? Озвучено по заказу «Дважды два».